Встреча губернатора и министров регионального правительства с депутатами законодательного собрания прошла в здании администрации региона. Промежуточные итоги 2019 года — вопрос непростой. Достижения уже есть. Пора обсудить перспективы. Нам есть чем гордиться и в экономическом, и в финансовом плане. Мы продолжаем создавать новые рабочие места. Больше 10 тысяч новых рабочих мест уже создано. Несомненно, это дает возможность людям быть более гарантированными в это сложное время в своей настоящей и будущей жизни. Однако определенный круг проблем сохраняется и требует решения. У каждой фракции депутата есть списки народных чаяний и предложений. Отсюда и вопросы к кабинету министров и губернатору. В регионе подготовлен проект изменений в бюджет. Мы очень внимательно с ним ознакомились, обращаем внимание на ряд позиций, на выделение средств на компенсацию доходов по железнодорожным пригородным перевозкам. Видим, что на социальную направленность выделяется почти три четверти из предложенной суммы сегодня. Мы видим, что 100 миллионов пойдет на здравоохранение. Ну и обсудили также перспективы во второго полугодия, высказали свои предложения. Очень надеемся, что правительство их услышит. Результатом очень доволен, тем более, что благодаря таким вот встречам и благодаря тому, что правительство и лично Сергей Иванович начали больше обращать внимание на проблему ЖКХ, более 170 миллионов дополнительно по линии ЖКХ выделено в бюджет. Это очень хорошая цифра. Ну и я считаю, что если такими темпами пойдем дальше, то в следующих годах мы систему ЖКХ поправим, конечно. Сегодня необходимо в целом посмотреть и руководителей учреждений здравоохранения, потому что надо поощрять тех, кто хорошо работает, а не как сегодня, что те, кто плохо работает, они сегодня больше получают средств, я имею в виду больницы, да, и руководители, чем те, которые работают хорошо. И необходимо просто изменить систему управления, потому что если мы сегодня не поменяем систему управления и качество управления, сколько бы мы туда не вливали денежных средств, ничего не изменится. Взгляд со стороны в аппарате правительства признают конструктивным. Диалог нужен. Особенно тогда, когда он не на эмоциях. Слушать и слышать – именно это сквозная линия всех обсуждений. Сегодня было обсуждено предложение по внесению корректировок в региональный бюджет по итогам деятельности первого полугодия нашего региона. Нам приятно отметить, во-первых, то, что эффективность работы экономики позволяет нам перераспределять дополнительные доходы. Это более 1 миллиарда рублей. Кроме того, это рост собственных доходов нашего региона позволило дополнительно еще и в рамках соглашения с Министерством финансов Российской Федерации пересмотреть параметры профицита и дефицита нашего регионального бюджета. Работу этих высвободившихся средств ульяновцы скоро ощутят на себе. Появятся новые автобусы, будут пересмотрены расходы на здравоохранение, дополнительную поддержку получат сельхозтоваропроизводители, жилищно-коммунальная сфера. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.